Hyundai Grand Starex 2012 года, грузовой фургон, лопнула передняя левая пружина. Как можем видеть, лопнул верхний опорный виток пружины. Вот он. Собственно. Повезло, что данный виток не вылетел на дорогу, не пробил никому колесо, а также не прилетел в лобовое стекло. Меняем передние пружины. Вот перед нами комплект новых передних пружин. Для этого разбираем переднюю подвеску, снимаем стойки в сборе с пружинами. Помимо замены пружины, также решили немного освежить подвеску. Опорный подшипник давно остался без смазки и развалился буквально в руках. Помимо пружин, также меняем стойки стабилизатора, рулевые тяги, наконечники, а также пыльники рулевых тяг. И, конечно же, ставим новые оригинальные опорные подшипники. Шток амортизатора не выходит в исходное положение. Это говорит нам о том, что стойка неисправна. В исправном амортизаторе шток должен сам возвращаться назад после утапливания. Слева также заменена стойка в сборе. Стойка стабилизатора, а также шаровая опора. Как можем видеть, также установлена новая. Автомобиль собран и отправляется на стенд сход развала. Сход развал выполнен, автомобиль выдается клиенту.